Monero поддерживается децентрализованной сетью узлов, запущенных пользователями по всему миру. Узлы выполняют три основные функции – распределение истории блокчейна, проверка криптографической целостности и передача новых транзакций между участниками. Сеть Monero не существовала бы сегодня, если бы узлы не работали, и в качестве стимула управления своим узлом обеспечивает максимально безопасный и конфиденциальный опыт для пользователей Monero. Узел может быть запущен на любом компьютере с подключением к интернету и достаточным объемом жесткого диска. При первом запуске узла он синхронизируется с сетью, загружая копию всего блокчейна от других участников. Со временем блокчейн продолжает расти по мере отправки новых транзакций. Если у вас закончится место на жестком диске, вы можете уменьшить размер блокчейна на 2/3 с помощью процесса, известного как обрезка. Это не повлияет на вашу конфиденциальность или целостность блокчейна. Следует отметить, что запуск узла не является обязательным для использования Monero. Многие пользователи Monero удаленно подключаются к узлам с помощью официального кошелька, надежных сторонних кошельков или одного из нескольких мобильных приложений. Это возможно благодаря тому, что операторы узлов могут разрешить доступ к загруженному блокчейну, что позволяет удаленному пользователю сканировать блокчейн узла с помощью своего приватного ключа и отправлять конфиденциальные транзакции со своего устройства. Удаленный доступ к узлу не раскрывает количество XMR или адресата, к которому они отправляются. Однако злоумышленники могут передавать неточную информацию о блокчейне, обманывать пользователей, вынуждая их платить завышенные комиссии, или записывать IP-адреса и время доступа удаленных пользователей. Из-за этой необходимости в доверии рекомендуется, чтобы удаленные пользователи ознакомились с маршрутизацией Onion и использовали только узлы своих друзей для безопасности. Более активные пользователи, такие как продавцы, должны работать собственным узлом. При активном узле пользователь получает более высокую конфиденциальность благодаря Dandelion++. Пока вы поддерживаете собственный узел, сторонний наблюдатель не сможет определить, отправляете ли вы транзакции в сети Monero или пересылаете транзакции от других узлов или удаленных пользователей. Таким образом, при активном узле наблюдатель не сможет определить, когда вы подключаетесь к сети Monero для сканирования блокчейна или отправки транзакции. Наконец, транзакция Monero, отправленная локально или удаленно, скрытно передается соседнему узлу на этапе стебля. Затем соседний узел делится транзакцией со всеми другими узлами на этапе пуха. Важно отметить, что этап стебля может длиться через несколько узлов, тем самым скрывая начало этапа пуха. Это новшество препятствует злоумышленникам, наблюдающим за сетью, обнаружить источник исходной транзакции. Узлы Monero – это важный основной элемент, который служит основой для каждой транзакции Monero. Посетите getmonero.org и запустите свой собственный узел сегодня.